Друзья, всем привет! Сегодня продолжение по восстановлению нашего спортивного Hyundai Genesis. Для тех, кто не смотрел предыдущие серии, несколько месяцев назад мы купили автомобиль, который был брошен, стоял больше 5 лет, никому не нужный, врос в землю, внутри лежал двигатель, который был заклинен, прогорел поршень, в общем, беда-беда, даже коробка передач валялась внутри, и никто не хотел с ним заморачиваться. Но мы купили его, занялись его ремонтом, восстановили мотор. В предыдущей серии нам наконец-то удалось его запустить, не давали сигнализации, множество разных сигнализаций, которых было туда напихано. В общем, удалось его запустить, и мы поехали в кузовной ремонт. Хорошего вам просмотра. Погнали! Так, пришло время разобраться с бампером, с покраской немножко. Сейчас скроем и посмотрим, насколько здесь много у нас проблем. Дабы правильно оценить стоимость работ, нужно, естественно, скинуть вот это барахло. Вот как-то вот так. Сейчас вскроем, посмотрим, что нужно менять, что нужно докупать, какие детали, какие запчасти. И, собственно, все, Серега, херачим. Сейчас так, оп, и все разобрано. 15 минут работы, 20, может быть. Немного поработали обратным молотком. Подровняли, насколько это возможно. Естественно, все будет заказываться новое. Но хотя бы пока сейчас, пока соберем бампер и поставим новый бампер, да, чтобы морда выглядела нормально, потому что запчасти, скорее всего, будем искать долго. Пока, в общем, так. А дальше время покажет. Сейчас будет валяться. Я тоже, в принципе, валяюсь от того, что мы из говна и палок слепили, даже где-то зазоры вроде нормально попали. Короче, отвратительно. Максимально. Надо либо убрать вот это же, как снять. Не, вот это, вот это. Вообще выглядит черный цвет отвратительно. Сейчас самое простое, это убрать Genesis. А зачем? Это же... Будет Hyundai Solaris. Не надо. Наоборот. Наоборот, не стоит. Ну, по факту, конечно, не идеал далеко, но уже жить можно. Уже не хламидиозище. Наконец-то свершилось. Привет. Прошло сколько времени, как мы поставили машину на ход, Тёмыч? Недели две, да, наверное? Да. 2 недели прошло. Анастасия наконец-то, чисто по-братски, выделила нам немножко места и времени. У нас объем работы небольшой относительно. И, в общем, будем красить, подкрашивать машину, менять телевизор. Короче, сейчас все увидите, все расскажем, какие цвета и что конкретно мы говорить, наверное, не будем, да, во что будем красить. Мы потом покажем. Но вот именно в таком вот... В репертуаре Жени, короче. Кто знает, тот поймет. Скажем так, вот такой внешний вид машины, который был стоковый, его больше таким не будет. Он будет немного другим. Кардинально он особо не поменяется, но каким он будет, мы уже посмотрим в финале. Вот, собственно, как-то так. А сейчас... я только сейчас увидел, зеркала лезут. Да, я только хотел об этом с тобой поговорить. Видишь? Я этого не видела. Настя, ну что ты начинаешь-то сразу? Только приехал уже этот... Развод на... 5 тысяч. На пустом месте, конечно. И такой, пошел пацан к успеху, шел, но споткнулся об алчность Анастасии. Пока готовьте чаек, вы погнали, как говорил Макс. Это теперь я сказал. Так, подъехали мы. Пойдем смотреть. Женек уже здесь на своем желтке. Вот там стоит моя BMW. Так. У меня праздник сегодня. Наконец-то меня взяли. Меня взяли. Здравствуйте. Привет. Друзья, как вы помните, в прошлой серии этот автомобиль уже уехал сам. Сейчас мы приехали на нем в малярку, точнее приехал Женек. Пока нас не было, неделю назад, уже не пару дней, съездил, поменял бампер. Да. Бампер был разбит, было принято решение, что клеить, собирать его нет смысла. Да. Купил другой бампер, бэушный, но более хороший. Ну и не смог удержаться, он его установил. Нет, не так. Ну-ка. Я его поставил не потому, что я приехал к Насте, дабы оценить скрытые повреждения.
о которых мы расскажем. Сейчас покажем, да? Да, как выяснилось. Чтобы понимать, что когда мы привезем машину на покраску, чтобы ничего не ждать по запчастям, потому что ждешь ребят. А поменял-то зачем? А потому что уже тот, который мы сняли... Очень хотелось тебе его поставить. Ну да. В общем. Почему такая тряпка сдался быстро? Черного цвета, как ты и хотел, с черными элементами. Да. Под диски. Смотрится максимально убого, конечно. Ладно, это шутки все. Сейчас скинем бампер, покажем вам, чем грозит или чего ожидать даже не от сильного удара. Да, да. Казалось бы, да? Только бампер, крепление фары. Это подлый удар, я бы его назвал так, ну, если так честно. Есть. Да. В угол всегда подлый удар. Под дых. Удар под дых. Так, подожди, смотри, надо еще сказать, что я уже 2 недели катаюсь. Мы сейчас это все скажем. А, да, внутри скажем. Ну так-то. Там же будет пока разбирать. Покажем, да? Да, да, да. Как будешь разбирать? Ну ты кайфуешь? Я переоценил корейцев. Вернее, как, я переосмыслил корейцев. Да, все уже? Ключ, ключ, смотрите, какой у меня ключ. Давай заезжай. А, да? Ключник. Ой, завелся с первого раза. Да, нормально. Давай, Буф. Открывай. Блин, я просто сейчас не достану, наверное, этот телевизор. Достанешь. Телевизор. Короче, что рассказать? Сняли бампер. Естественно, бамперу был абзац полный. Скрытые повреждения. Телевизор. Телевизор комбинированный. Он металлопластиковый. То есть, ну, как бы вот, грубо говоря, есть определенные элементы, да, на которых там, допустим, угловые, на которых там частично крепится фара. В момент удара эти элементы были припаяны, естественно, в момент удара эти элементы оторвало. Ну, по большому счету. Что значит были припаяны? Ну, комбинировано, то есть пластик, склеен, я не говоришь, знаю. Ты говоришь, просто были припаяны, как будто уже после ремонта. Нет, нет, в заводе. Простыми словами, просто лопнул телевизор. Вроде бы можно подшаманить, вроде бы можно ездить так. Но уже никак другой подход. Нет, не, нельзя, да. Нельзя, но ты ездишь сейчас. Давай, снимай. Будем смотреть, что там. Давайте отвертку. Ты не сможешь сам снять? Нет, конечно, еще угораешь, я тут они долго снимали. Я еще, кстати, помнишь, у меня горела подушка? Сделал все. Да. Датчик удара. Был обрыв цепи датчика удара. Я не знаю, но вот Антоха в этом плане фартовый человек, потому что удар был, оторвало провода от датчика, и подушки благодаря этому просто не сработали. Не благодаря этому. А благодаря чему? Ну, удар был не сильный, натянуло и оторвало. Их оторвало не от удара. Удар был в телевизор. Да, ну, понятное дело, что натянуло. И потянуло просто, и провода вырвало. Да. То есть не от того, что был удар сильный. Ну, а прикинь, вот могло быть чисто могло. Теоретически? Могло же не быть. Не могло. Ну, ты представляешь, какие аварии? Люди влетают в столбы, там отрывают эти датчики, на соседней дороге валяются. И подушки срабатывают. 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 А здесь чисто из-за того, что он ткнулся и просто порвал. А, ну и понял? Этот, под капотку можно показать. Помыл что? Да. Сейчас все увидим. Да. Я бы тоже хотела посмотреть на Женька, как он разбирает свою машину. Не, да он снимет. Он не настолько этот. Я вообще ничего не сниму. Как я сниму? Я не знаю, как. Ну ладно, с мотиками же возился. Ну тогда он был какой? Спортивного молодой? Вида? Худыш, молодой. А сейчас посмотри. У него, чтобы штаны снять, 15 минут уходит. Макс, ну ты чего? Пыхтит. Купил. Короче, вот это вот мы сделаем. А я потом все увидите, как это все будет. Блин, так вот вишенка на торте будет, слышь? Просто круто будет. Человек. Я скажу потихоньку, чтобы никто не слышал. Вот это черный покрасим глянец. А надпись прекрасной сделаем. Карманы. Серьезно? Да, ярко так прям. Такой бордовый аж. Да, давай. Капот. Капот в цвет. Да. Тут еще логика. Крылья. Да. Черный у нас погнали сзади, да? Начинаем. Первое. Спойлер. Я же купил спойлер. Никому его пока не покажем. Спойлер, низ бампера. Да, низ бампера. Плавничок черный глянец у нас. Подожди, не торопись. Самое главное, сейчас не будет хватать здесь кучу всего. 2 и 3, да? Губа вот эта нижняя получается, вот это и вот это черный. Да ты иди сюда, иди. Не погладил я тебя еще, иди, иди. Да, а, нет, не так. А, Настюх, и вот это еще черный глянец. Вот эти вот штуки. Как они называются правильно? Я не знаю, как они называются. Очки противотуманок. И противотуманки черный глянец. И закатаем. И воду, если можно, просверлить дырку, воду слить. Ты видел, вода да, стоит? Да, это не сверлить надо. Не, их хотя раз... это тоже я можно. Заглушку омывашки ты купил? Все, сейчас. Ах, да, сейчас.
Так вы со старого бампера ее вырежьте, Настя. Так ее нету. Я думал, ты серьезно сейчас. Так, кронштейн вижу. Он свой ящик таскает с собой везде. Это же BMW остался. Он хороший, кстати. Это сундучок со сказками твой. Он реально хороший. Так. Это хорошо. Так. Это что? Это кронштейн. А, это вот эта штучка, которая датчик удара закрывает. А, ты заказал все-таки? Да, да. Все, огонь. Давай сразу подожди сюда выкладывать вот. Ага. Это, я не знаю, что это. Это что-то с фарой связано. Да, это кронштейн под фарой. Так, и... Женек так переживает, что руки трясутся. Ты видишь? Ты либо синячил вчера, либо сегодня тебя колотит от счастья. Нет. Одно из двух. О, Настя. Вот эту штучку новую заказал. Моя же обломана. Да, положи в подстаканник, чтобы не потерять. Вот, давай вот пока сюда. И, Настя, еще одна просьба небольшая. Это уже чисто от меня. Вот смотри, номер номера. Номера, видишь? Тоже закрасить? Да, в черный глянец. Черный? Если можно. А букву белую сделайте, пожалуйста. Не, ну правда, в черный, чтобы они сильно не выделялись, чтобы было лучше. Ты знаешь, как сколько много машин, которым номера портят внешний вид? Да, да? Вот здесь я и точно портят. Вот на морду ты вешаешь этот номер и все, и думаешь, боже мой, как ты вот... Как ты видишь? Вся задумка BMW, четверки, например, да, свежей, вот с ноздрями, она испортилась нашими номерами. Так, все, мы можем в теории начать разбирать. Давай, да, давай, да. А то у Сани давление уже поднялось, он ходит, разминает. Нервничает, нервничает, Александр, я вижу. Ну что, погнали тогда. Ты полностью все вымыл здесь, да? Ну, Женек, что смогли по максимуму, то, естественно, отмыли. А, сюда не это. Нет. Да, там, Настя, надо паять крепеж, который этот, тоже Игорек ее мою подсунул. Игорек, вот, передайте огромный привет, спасибо большое за бампер. Просто сила. Да, бампер вообще шикарный. Да, просто. Все крепежи отломаны, нафиг, только скорлупа целая. С таким успехом можно было твой старый сделать. Мой старый? Наверное, да. Ему трындец вообще был. Жень, выкрути колеса влево. Направо выкручивать? Налево! Я, кстати, эти заказал крышечку на клемму оригинальную, потерянную. Ты понимаешь, насколько? А что, аккумулятор даже, видишь, Hyundai? Не в себе человек, насколько. Аккумулятор хендаевский, оригинальный. Женек, ты молодец, конечно, все до мелочей, но это тоже какая-то проблема психическая, ты это знаешь? Да, я говорю, у меня есть такое. Я дома хожу, вот шторы плохо висят. А, точно, ты это знал, Сань? Я подойду, поправлю. Я таким не был никогда. Чтобы его штора чуть криво висит, он подойдет, детей отругает, поправит шторы. Или салфетки. Стул, я подвинь, серьезно? Стул, отодвинь, встал, подвинь, подвинь. Вот он целый день что делает, ходит по кругу. Салфетки на столе лежат, вот они лежат неровно. Я их обязательно по... Я не знаю, потому что аутизм какой-то. Ну это что-то такое, это странно. Его вверх надо было приподнять чуть-чуть. Да-да, вот именно так и снимаем оператор. Особенно, когда крылья целые. Да здесь, видишь, вон, блин, нету ни хера. Это надо будет паять. Это вот ты купил такой, да? Да. По дружбе, да? По-братски, да. По блату, да? Чисто за недорого вот это вот. У меня такой бампер классный есть. Там просто пару вот, ну, пару крепежей, понимаешь? Там просто все уши крепежей обстригли. Обрезали, знаешь, как плавники рыбу вот это херачат, когда чистят. А сколько стоит? 12 тысяч, но новый стоит 24. И я, честно говоря, думаю, что надо было взять и новый. Тебе надо было взять за 3 в цвет покрашенный уже. Да, да. От Соляриса? Да, от Соляриса. Он даже не понял, видишь, ты сразу. А я не соображаю, за 5, вы пользуетесь этим. Смотри, ты видишь восстановленная фара? Скотчем. Это просто ужас. Все, можешь забирать. Да я боюсь ее взять, она не вывалится. Не, нормально. Все. Нет, там скорлупа. Там уже все болтается, все, что надо. Так, ребят, смотрите, человек сказал, возьмусь и сделаю фару, восстановлю. Я не сомневаюсь, что он восстановит, я даже хочу потом посмотреть, как это будет выглядеть. Понимаешь? Он сказал, что если, говорит, прям у тебя не будет там две трети фары, да, вот этой скорлупы, он говорит, я не сделаю, а вот это все, он говорит, я спаяю. Две трети, ну тут не хватает процентов. Ты хотя бы фотографировал, как она битая? Ему отправлял? Я ему примерно сказал, он смотрел эту фару, он светил фонариком. Короче, процентов 10 здесь нету, так что две трети здесь вообще не хватает чуть-чуть совсем. Да, да. Нет, это надо реально сделать, вот я хочу увидеть. Ты слушай, кто люди занимаются этим делом? Они же знают, что сделают. Ну, Настя, что... помнишь, вы раньше бампера куска не хватает, вы просто из ведра туда вплавляли? А
А это нормальная. Эту просто надо вскрыть, почистить, заполировать, поменять герметик, ну и внутри привести ее в порядок. А тут, кстати, кусочки-то все есть. В смысле, они внутри, что ли? Да. Нет. Это где это? Это кусочки отражателя. Там отражатель и так болтается. Это кусочки отражателя. Надо во что-то, может быть, пакеты. Сейчас, давай есть. Сначала снимем все. А! Чуть-чуть и все, эту туман. А, вот, да, ремонтировано. Она тоже там печально. О, какая жесть, Женек. Да, ну, твой знаю. Подход что-то дал сбой. Почему? Ну, это надо менять. Да он сделает все. Ну, хорошо, держи. По поводу ведра бампера. Ага. Я же не угораю с этого, это правда. А, реально? Мы как-то с Саней. Сань, в каком году? В 12-м это было? Да, в 11-м, в 12-м заходим в малярку. Короче, Chevrolet Lanos не хватало, причем края бампера не хватало. Не в середине где-то, а вот реально в крайней части. И туда впаяли в ведро. Вот это ведро, в котором, да, смесь разводят. Или продается оно прям, понимаешь, как бы для ремонта. Гипс какой-то. И вот из него сделали, прям как новый. Настюх, давай я покручу. Ну, серьезно. Я покручу. Да мы верим, что ты можешь. Ну, правда верим. Идите лучше BMW посмотрите. Нет, надо сходить потом. Смотри, я, знаешь, у меня же вот этой фишки не было на той стороне. Смотри, что я сделал. Я нашел похожую фишку, но она сверху это не подходила, вот эта пластиковая история. Угу. Я ее срезал, здесь резиночка, все поставил и припаял проводочки. И теперь, смотри, какая красотуля. Так, приходи. А, вон, да, он внизу. Так. Куда его? На улицу? Да. Жень, выбрось, иди. На, положи куда-нибудь. Давай помоешь руки потом. Слушай, даже руки будет пачкать. Пришел я сюда. Я уже помыл. Так ты их не мой, пачкай. Вот, трещину. Залечили вот таким способом, зашили. И то это сделал. Надо сказать, что это мы сделали. Да, это мы сделали, когда. Ну как мы. Серега. Сделал ты, Серега, в прошлый раз, чтобы повесить бампер и передвигаться. А я тебе говорю, что в каждой. Не то, что второй, из трех, двух мастерских сделают вот так. Но это, давай оговоримся, где придут, скажут, можно подешевле, а это можно? Можно. Ну кто телек не хочет менять? Да. Вот эту трещину, ее вообще трогать никто не будет, потому что нет. Не видно за фарой. Ну она не влияет, по сути, ни на что. А остальное все просто будет замаскировано и закрыто. Женек, ну ты, видать, не разбирал никогда тачки. У Сани была малярка, он именно так все и чинил. Там уже трубки. Стоп. Я держу, я все держу, ребята. Я все. Все держится сейчас на мамне. На мамне. Сейчас, подожди, стой. Жень, что там зацепил? Да погоди, да нет. Вот. Слушай, он вообще ничего не весит. Женя, что ты тут собрался красить-то? Вот эти сколы? Ну, нет, просто подмазать чем-нибудь. Ну, тут надо просто брызнуть. Ну, с маской какой-нибудь. Не, я серьезно. Ты знаешь, этот человек когда-то рекламировал постоянно смазку в своих видео, и теперь эта смазка у него от всего просто, да? Не, ну, чтобы не ржавело. Да. Сейчас, давайте опускайте. Там двенашка была, да? Десятка. Да, а, по краям двенашка, да? Гаечки. Наживем? Да. Сань, ты красавчик. Саня вообще лучше. Просто тебя. Капитальный. Я чуть потянул. Ну что, друзья, вот она, Yeti в работе. Под лобовым стеклом. Настен, сильно было? Но внешне было сильно.
Ну, прям сильно. Благо, что не сквозная еще. Это очень повезло. Посмотри, насколько ее выело. Что пескоструем выбили, тут точек почти не видно уже. И так полностью вся рамка сверху. Ну, крыша сама, рамка лобового. И вот оно вниз под накладками. Это было все-все гнилое, все в жуках. Ну, ручкам тоже повезло. Насквозь ничего не пробило. Изнутри тоже все обработано уже, чтобы не вылезало. Короче, кошмар. А самое главное, что половины маленьких жучков и видно не было. И сейчас, когда расшкуривают, просто снимают весь слой краски, они появляются, это тоже устраняет. Смотри сюда. Ты видишь как? Вот оно, все съело, все. И самые больные места. Вот они, и снизу туда. Оно немножко, видишь, насквозь. Помнишь, мы одну какую-то взяли, там прямо вот так все болталось, что Серега изготавливал. Кастомил, короче, кусочки. Ну и эта сторона, естественно, такая же красивая. Вот сейчас именно и происходит процесс, когда вышкуриваются оставшиеся жучки, и все снимается. Конечно, жесть просто, просто жесть. И что я вам скажу, то же самое. Шкода Октавия, Passat, Passat CC, Touareg. То же самое, не в таком количестве, как в Yeti, но то же самое. Эти проблемы их не миновали. Под самими резинками стекла. Блин, вообще, просто Тёмыч. Я просто в офиге, мне кажется, даже гранты не настолько гниют. Это о качестве вага. Ну вот, что он весь пожеванный, весь в складках. Повсюду соединено, чтобы не развалился. И я даю вам 100%, что на продажу его бы не стали менять. Просто 100% даю. Вот так бы все и сделали. Ну, наверное, смысла не было бы менять. Ну, реально. На продажу? Конечно, это дебилизм просто. BMW практически закончено. Долгие дни и месяцы все это длится. Вся эта затея. Блин, к сожалению, сейчас уже снег и грязь. И мы толком ничего не увидим. Но концовка рядом. Макс, а за сколько ты будешь продавать? За миллион. Ну, я же серьезно. Продай мне. Зачем? Ну, я себе вторую машину хочу, скорее всего, тогда. Ты знаешь, сколько народу мне пишет продай? Я вообще ее не продаю. Понимаешь? По крайней мере, пока. Ну, давай чисто по-братски. 300. Сейчас такой из-за угла, на который тарист меня звали, да? 300 – это даже не смешно. Сейчас, когда конечно, закончим… Конечно, не смешно, тут ремонт на полмиллиона. Закончим здесь. Вместе с запчастями, похоже, что так. Мы два раза запчасти заказывали. Ты помнишь, Санек? Помню. Как прикололся над нами человек, прислал все не то. А самое главное, друзья, смотрите, вот видите, стоит бампер. Восстановленный, сделанный, хороший, красивый BMW. В первый раз нам прислали не тот бампер, дорестайлинговый. Бампер, фонари, фары, все прислали на то. Я даже видео специально показал, что мы будем ставить фары другие с желтыми поворотниками. Ага. Фонари задние другие до рестайлинга. Хотел посмотреть на реакцию. Просто на реакцию людей, кто смотрит. Там мне накидали, ты что, дурак, на рестайлинг ставить? Дорез, кто такой вообще делает и делает наоборот? Ну, понимаешь? Да. Конечно, я же понимаю, все прекрасно. Накидали целую кучу нам комментов, мне было интересно. Ну, естественно, нужно покупать. На тот момент фары и фонари же были куплены, да, Тёмыч? На тот момент. Когда мы показывали, что поставим старый бампер. Саня метнулся, купил новый бампер с туманками, все как надо, с круглыми, рестайлинговый. Вот Настя с Серегой все сделали, звонят, говорит, туманки не подходят. Здесь квадратный, там круглый. Я говорю, ты какой бампер отвез? И он отвез тот первый бампер сюда, и вот его восстановили и сделали. Ты же серьезно? Нет, шучу. И его теперь здесь, теперь привезли бампер отдельно. А этот просто вот восстановлен теперь. Не, ну продать кому-то. Так его и так продать надо. Но смысл в том, что теперь он еще и покрашен. Просто, ты понимаешь? Можно вопрос такой? А ты, вот насколько жестко ты его прям отчехлил за это? Не... Просто по шкале, вот по шкале от 1 до 10 примерно. Ну давай вот так, смотри, это вот пошла шкала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Примерно вот так. Да нет, я просто ему сказал, что не надо других людей называть идиотами. Не надо, когда они в чем-то ошибаются. Просто это не было надо. В запаре, все быстро. В какой запаре? Человек заказал один бампер, второй бампер и отвез первый бампер. Причем он мне говорит по цветам. Я говорю, так по цветам-то должен быть синий. Ну да, давай не я заказал этот бампер с Белоруссии. Ты? Ты ему все списки дал, ты даже деньги ему в руки отдал.
Не, не ему, отцу его. Ну какая разница? Ты с ним сверял списки. Короче, ладно, какая есть разница? Проблемы. Значит, это вот раз. Это точно бачок. Бачок, да? 100%. Нет, то, что это бачок, мы видим. Течет. Дальше есть вопросы вот по вот этому вот. Вот, вот это я вообще не понимаю. Вот по вот этому. Так, а что это такое? А вот непонятно, что вообще это вентилятор. Его оборвало, да, приду, хотя они и обрезаны. Здесь еще один провод, здесь их два. То есть сейчас вентилятор у нас не срабатывает? Нет. Если перегнуть, он принудительно будет работать. Подожди, Настя, ты уверена, что бачок? 100%. Прямо уверена? Я тебе вот 200% даю гарантии. Из-за мы него? Сожрали на Мерседесе такую же. 200% гарантии. Тёма, зафиксировал? Корову. Запись полным ходом. Все под запись, да. 200% гарантии. Дальше вопрос по, соответственно, вот этой вот проводке всей. Хорошая проводка в изоленте. Вот это. Вот это. Ну какой вопрос-то в ней? И вот это. Что это? А, гудков нету. Соответственно, весь список, который я писала, и самое главное, это, конечно, вот с этим вот вопрос. Ну, может быть, до Сереги доехать, он разберется, все подключит. Да? Да. Ну, ты говоришь, не те стоят вентиляторы? Ну, вы же меняли их. Ну, мы же не обрезали нигде провода. Может быть, обрублено было до этого. От удара оторвало? Как хотя там как будто бы отрезали их. Либо было соединение какое-то его распушило. Ну, вот что-то должно было быть. Ну, если бы Серегу, он бы отсоединял. Не так делал, да. Ну, в общем, 90% пути, да, пройдено? Да я бы сказала, уже, по сути, только вот дособрать морду. Ну, и с бампером теперь решить. Да с бампером ничего. Машина уже ездит, Александр, если бы не ты. Я бы уже на ней просто ехал, волосы развивались. Или я. И омывашек, соответственно. Да, может быть, и я. Подожди, омывашки, наверное, Настя, по этому бамперу ты не мерим ничего. А там нету? Пойдем посмотрим там, где должно быть и что должно быть. Женя, сейчас я с ней здесь закончу, потом электрика, а потом отвезу Марату в детейлинг. И вот тогда она будет конфеткой. А, кстати, ты про что про желтые поворотники говорила? Они же не желтые. Настя, а как ты слушала? До этого были желтые. А, ты все. Я показал, что поставлю желтые. Так и эти фонари я показал, что поставлю старые, дурестовые. Понимаешь? Макс. Это... Куда понес? Макс. А? Так сколько стоить будет? Не знаю, Женек. Там, себе... по-братски, там да? себестоимость 500 плюс этой машины уже. А, он другой. Ну и по-братски сотку скинь. Чисто конечно, на другой. На это тот, который чисто нужен. Чисто на дорогу на бензин. Это тот, который нужен. Синего цвета. Вот он, пожалуйста. Понимаешь, проблема никаких... в том, что здесь они в цвет, на всей машине они хром с структурой. И задний, и бампер? Да. Здесь вообще омывателя нет? Нет, омывателя, это хорошо, значит, надо глушить будет. Вот с этим-то что будем делать? Ну да. Красим в черный. А, и туманочки стоят. Есть. Любите вы? А что вот это сломал так? Бичило здесь приводить. Есть молдинг. А заглушка буксировочного крюка на месте. Ну, вообще в сборе весь полностью. Но по электронике Серега говорил, что коса обрезана. Там да? все, там нету ничего. Все обрезаны. Вот она от них. Вот коса. Так это штатные. Вот коса. Это понятно, надо на машине посмотреть, куда это все идет. Сможем ли мы это. Вот тебе и провода, которые ты не можешь найти, да? Да. Три штуки. Ты видишь, как все? Да. А от вентилятора тогда что? Стой, нет, это скорее всего. Сань, ну туманка, и вот туманка. Здесь два провода идет. Нет, это не оно. Что это не оно? Туманка просто отрезана, ее она на машине понял. Есть. Вот и все. И вот здесь а тоже. А вот это вот, вот к той косе. Такое чувство, идет. Что этот бампер украли ночью у кого-то, понимаешь? Утром просыпаешься, у тебя херак. А что ты раньше воровали? А кто рассказывал, что 140-го бампера воровали? Сол вырезали. Не, на седе вырезали туманки вместе с кусками бампера. С куском бампера. У них да. был рестайлинг, там живот, да, и не было вообще ничего, и стоило все космос. И воровали жутко. Ладно, принято. Вот если бы ты ой, ну блин. Привез то, что надо, сейчас бы не было вот этих всех разговоров. Мы бы сейчас ехали на бэхе просто 180. Бачок привезите. Серега сказал, я прошу две недели его сделать. Настя, ты про что спрашиваешь? Это одно и то же. Вот это не одно и то же. Ну это кусочек вот хвостик, который здесь просто остался. Просто прицеплен. Все, я это, понимаешь, просто туда прицеплен. Это вентилятор. Это вентилятор, вот чего не хватает. Вот они три провода эти. Да. Все. Вот вопрос, нету, оно есть. Вопрос вентилятор, там тот стоит трехконтактный или двухконтактный? Да не может там другой стоять. Там два контакта. Там два контакта выходят на вентилятор. Это в коса к нему, который на приходит, меня не надо вот это смотреть. Вот. Денис. Ты вот сказал, вот этот человек, который занимается BMW, перекинь ему список. Я ему перекинул список. А он, оказывается, занимается BMW только дорестайлинговыми. Похоже на то. Может закрыться, если он подсоединился.
Ну, что сможем, то сделаем. Ну, конечно, другой резко. Как обычно, он ломанный. Это Саня сломал, пока хранил. Нет. Все, Серег, пока-пока. Гудки эти, да мне вон скрывать надо все угодно. Руки грязные. Сереженька, здравствуй, дорогой. Здорово. Серега, пойдем, расскажешь по-быстрому? Да, пойдем. Че, я зазоры все выставил, у меня осталось, с поттером поработать и, в принципе, шпаклевать и грунтовать. Ты мне скажи, пожалуйста, у нас... Ты петли новые уже, да, поставил? Да, старые там валяются. А они сильно уехали вообще? Ну. Да не сильно. Ну, так все четенько, Серега. Да, ну, по капоту вопросов нет, как бы. А ты его здесь, то, что были небольшие заломчики... Я его подраспрямил, да. А как ты это сделал, там, мне интересно просто? Ты просто вытянул и все? Ну, да, вытягивал. Ничего интересного. Так, по капоту это спасабельно все, крылья спасабельно, у нас плохая фара и плохой бампер. Но, Серег, в рамках того, что у нас есть говно и палки, сделано неплохо. Ну, в рамках говна и палок, да, я сейчас объясню нюансы. То есть, как бы капот закрывается тебе идеально. Ай! А ты шумку снял, да, с капота, слышу? Я ничего не снимал. Не снимал? А что так он как-то, как этот? Ну, как японцы, холодильник. Ну как, я же говорю, снял шумку. А, ну может быть, не я. Я же говорю, что снял. Настюха разбирала. То есть все не прикручено, все как бы болтается. Ну, понятное дело, да. Прикручено только в одном месте. Есть нюансы вот по вот этой и по вот этой фаре. У нас зазор вот здесь говняный. Видишь? Да, а с чем это связано? Скорее всего, из-за того, что был удар фару, корпус расколот, и ухи немного не чуть-чуть... Не так спаяли. Да. Кривая то фара, есть... кривое крыло, кривой бампер. Короче, либо я ждал тебя, чтобы тебе показать, и попробовать отпилить ухо, убрать саморезы и переварить. Как раз мне надо чуть фару на миллиметр опустить, понимаешь? А что, если мы просто сделаем, не будем переваривать, а снизу немножко под дремелем... Подсточить? Да. Ну, можно и так попробовать. Да, это будет проще, Серега, чем фару пилить. Ну, зачем? Ну, либо так. Я попробую так, если лайтом так мы не обойдемся, то придется ухо удалять и переваривать его так, как надо. Так. Здесь с этой стороны все четко, с да? С этой стороны все, да. Да, с этой стороны прям вообще, слушай, зазоры прям вообще крутые. Ну, как и должно быть. Кстати, да. Я смотрел красную, которую вы на видосе смотрели. Да. Зазоры у него вообще все разные. У него здесь бампер стоит вот так, с той стороны висит. Над фарой вот здесь у него зазор огромный, там нет зазора, короче, ага. Она тоже вся кривая, косая. Петелечки новенькие, все дела, Серега все выровнял, Тёмыч. Да. Видишь, то есть все, что было у нас закосячено. Короче, я пытался поставить бампер как вот с этой стороны, видишь, здесь. Да. Если мы берем это крыло за эталон, оно меньше пострадало, да? Да. Здесь есть зазорчик, да. Чтобы как раз не натирало. То есть, соответственно, здесь зазорчик я также сделал от натираний, чтобы не было. Да. Бампер сейчас просто прикручен. Но вот это еще чуть-чуть притянется кверху, да? Или вот нет? Вот это? Да. Это уже нет. Это стоит на месте, как есть. А там так же, да, сделано? Да, там так же. И возможность, если будет, то я его чуть снизу поднатяну, чтобы он чуть приподнялся. Да, вот, вот. Но он один хер провиснет. Да, Серег, на и самом деле... сейчас я это... тебе покажу нюанс. Сейчас откручу. Сделай красиво, пожалуйста. Базару зиро. По поводу того, что тебе продали. Во-первых, бампер был спаян неправильно. Видишь, как он теперь защелкивается? Да, Серега потом что делал. Так, сейчас объясню, почему они сделали неправильно. Ну, естественно, я это не снял. Ну, потому что как бы мы тут работаем. Бля, вот это, конечно, выщелкивается вообще. Потому что там новая защелка, мощно. Серега. Во-первых, они не удалили полностью краску, да? А, и пайка... И возьму... варили по краске. Естественно, это все в руках у меня раз и отвалилось. Угу. Вот здесь то, что было напаяно, помнишь, то, что да, кусок. Его пришлось удалить полностью. Почему? Потому что я тебе сейчас покажу по той стороне. Ну, как бы это не критично, но нехорошо. Пипец, какие мощные. Видишь, какая здесь форма? Да. Здесь она вот так, грубо говоря, буквой Г идет. Да, 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 да. А там они сделали прямо, он вообще в кронштейн не лез. И поэтому он не вставал. Да, его пришлось полностью убрать, как бы поэтому здесь немножко будет висеть. Но у нас вот эти мощные, да, мы как бы на них. Да, а вон уже надо будет их переклепывать. Их уже переклепывать надо, но они мощно держат. Серег, надо знаешь, что сделать? Здесь тоже видишь, как сделано? Это шайбу же мы клепали. Подложить. Да, какую-нибудь шайбочку подложить или что-нибудь такое, просто, ну, по-другому ты не сделаешь. Заколхозить? Нет, почему? Это нормально будет, если маленькую шайбу кинешь. Ну, короче, да, чтобы пластик не давило. Да, конечно. Короче, я его сварил с двух сторон, получается. С этой стороны проварил и с внутренней стороны.
Ну, как бы на какое-то время это хватит, но какой-то удар в поребрик это не выдержит. Ну, Серег, я же тебе сказал, что ну, надо будет, я попозже лучше закажу новый бампер. Ну, короче, мы это... его без геморроя покрасим, сделаем, я приеду, перекинем, да и все. Это как бы... Короче, вот у меня нюанс был по фаре, а так все, в целом, у меня все собрано, все... То есть туманки, прочая история, ты тоже примерял? Это все... Ну, там, в принципе, да, ничего, что примерять? Ничего там примерять, это все собрать и все. Что я тебе привез? Вот эта штука. Это что такое? Это у нас тот самый легендарный самоклей. Я, он, видишь, его изолентой приклеил, но на самом деле это без разницы. Это в задние фонари, да? Да, да. Вот этот уплотнитель, он самоклеящийся. Мы, получается, наклеиваем на саму эту рамку. На панель. Да. На панель, да. И вырезаем какой-то там кусочек или как, чтобы... Да, два слоя сделаем, и все, придавит, и ничего не будет течь. На фонарь не будем делать? Нет, фонарь просто придавится, и все. Ну, тогда вопросов нет. В общем, вот да, это привез. Это лучшее решение, чем гимнастический коврик. Да. Дальше, смотри. Вот это я люблю. Серег, надо примерить сейчас значок. Встанет ли он на место хендаевского, потому что там должен быть вот такой. А, вот сюда? Да. Так а он клеится тут, что его? Да, встанет. Это же Genesis, это оригинальные значки. Вот это решетка, я так понимаю, она унифицированная, то есть, скорее всего. А, ни хрена. У тебя там внутри корпус сделан под Hyundai. Поэтому я и говорю, что вот эту вот штуку, смотри, надо вот эту вот убрать, и вот эту хрень, скорее всего, спиливать придется. Короче, пока Серега значок убирает, что еще привез, покажу. Давай, Тёмыч, я вот так зайду. Так, значки на руль, на колеса. Серег, значки на руль, на колпачки мы не ставим. Чего? Ну, это потом мы поставим. Короче, на руль, это когда мы будем делать детейлинг, соответственно. Мы приклеим. И на заднюю часть, на багажник, мы тоже пока не будем ставить. Пацаны сделают детейлинг, обезжирят и приклеят уже. То есть вот сейчас мы можем проверить, подходит ли, пока Серега убирает значок здесь, мы можем проверить, подойдет ли этот значок на крышку багажника. По идее, должен. Так, аккуратненько. Ну, вроде как подходит. Вроде как подходит, только есть одни свои нюансы, конечно. Не, подходит, подходит все. Подходит только. Да, только вот это вот все, что здесь было, клей придется удалить, заполировать, сюда вставить. Здесь есть вот отверстия маленькие. С той стороны сделать саморезиками, через шайбочки прикрутить, чтобы уже наверняка. И все. Так что вот эту обшивку тоже придется, скорее всего, скинуть для установки. Привез. У меня не работает автоматический доводчик пассажирской двери. Купил оригинальный, новый оригинальный блочок стеклоподъемников с автоматическими. И, ну, она вот так в сборе идет. Соответственно, нужно проверить, подойдет ли вот эта штука, потому что она может не подойти. И нужно далеко лезть. Ну, вообще, по идее, должна подойти. Все. И видно там Hyundai. Угу. Это фигня, что видно, черт с ним. Ну, тогда все. С той стороны сюда нужно взять маленькие саморезики с шайбочками. Они подойдут. Ну, если подойдут, то все. Подойдут, подойдут. Тогда вот. Вот. И, соответственно, на этот и все и садим. Вот такой значок будет. Соответственно, вот это тоже будет у нас антихром будет. Хрень, вот такой. Конечно, полная. Почему хрень? Это оригинальные значки. Антихром делаем? Да. Да. Я не думаю, что это решетка от Genesis. Это вот не это от именно. Это от Hyundai. Я смотри. Имею в виду вот это вот шляпа, конечно. Это от Genesis, Настя. Вот это вот. От Genesis. Да, блин, я про значок говорю. Вот про, это? Про бампера, да. Я же тебе говорю, что вот эта решетка, она, скорее всего, унифицирована. Она идет как Hyundai. Она, скорее всего, на Европу идет. Или куда-нибудь, да. А это... А ручку-то ты привез? Да, о. Самое главное. Ну, приехала о. Ручка новая. Настя, вот эту штуку, смотри, на решетку мы ставим. А вот эту назад не надо. Там это все, когда резину уберут, все подполируют, потом поставим. Ок. Вот эту штуку мы тоже будем менять? Нет, зачем? Как нет? Это... Настя сказала, там закисло у нас. А, наверное, это не во внутреннем закисло. Корпусе. Или во внутреннем? Во внутреннем закисло. А, ну значит поменяем. Вот надо проверить, работает ли она. Вот это точно. Иначе я пока не выкинул вот эту историю, и мне надо будет ее вернуть.
Босс, это Феррари? Нет, это Макс. А похоже? Похоже. Для колхозников, крылья, да? Ты видел вот? Да, крылышки, я же говорю, похоже. Они Бентли сперли просто этой тачкой. Ну, красиво, красиво, красиво. Да, всего доброго, дружище. Ой, блин. На переднем приводе. Сможешь подрифтить? На переднем приводе можешь подрифтить из ручника? Друзья, и вот жемчужина нашего канала. И я сейчас не про автомобиль. Евгений, посмотрите, красавчик, в полном рассвете сил. Это все благодаря витаминам, которые можно найти по ссылке в описании. Это было бы прикольно. В общем, мальчики и девочки, наконец-то забрали этот прекрасный автомобиль из малярки. Единственное, мы с Тёмычем в этот момент были в Москве. Уж срочно нам надо было уехать туда и не присутствовали, когда Евгений его забирал. Плюс Евгений поехал забирать его больным, можно так сказать, очень сильно простывшим. Да, да. Автомобиль ему был нужен, все это горело, все это в спешке. Небольшое видео, когда открываются ворота в малярку, и Женя в первый раз видит свою машину после окраса, я приложу. Охренеть, слушай, да она же реально как новая. Слушай, ну круто, что номер внизу смотрится. Согласна с тобой. Блин, вообще охренеть. В общем, на фарах сэкономил и купил да. бэушный бампер, который был с отломанными креплениями. Причем с левой стороны, туда же, где был удар да. в этот автомобиль, получилось немножко кривенько. Но думаю, с зазорами мы еще справимся. Вместе я с тобой. Думаю, да, мы выставим да, это, поедем, я думаю, не проблема. Разберем, подвигаем. Так как именно в этом месте и был сломан бампер, и сама да. фара также здесь сломано крепление, оно припаяно, прикручено. Может быть, из-за этого здесь так и получилось. Мы постараемся это переделать. Короче, в любом случае, вот скажу честно, да, самое главное то, что это рабочее, это выглядит хорошо, достаточно хорошо, по сравнению с тем, что было. Основная проблема, на мой взгляд, это зазоры, которые в теории мы можем поправить, даже сами своими руками попробовать. Попробуем. Все, ну как попробуем, но не обещаем. Это, так сказать, небольшая подводка для тех, кто будет на увеличении смотреть этот автомобиль, искать зазоры и писать, ха, там зазор кривой. Мы знаем. Я думаю, те, кто нас смотрят с самого начала, скажем так, серии Genesis, помнят, как он выглядел. Стоял, бедняжка, около забора брошенный, вросший в землю, мотор внутри, коробка внутри, грязный, пыльный, зачуханный. И вот он какой красавец. Мотор сделали, по подвеске все, что нужно было, сделали. Новые тормоза, суппорта Женек перебрал, открасил, диски покрасил, шины свежие стоят. Ну как свежие, они совсем свежие, но как новые состояние да. шин. Салон переделал, аквапринт сделал, все, что нужно было перешить, перешил. Осталось только нанести керамику, ну в общем сделать детейлинг. Сейчас может показаться, что цвет немножко отличается, но машина не полированная, не мытая. Ей даже не делали, по сути, обезжирку. Не да, ничего. Все, как мы ее забрали, вот это вот вкрапление, которое, вот видишь, вот. Да-да-да. Если рукой поводить, чувствуется, что та самая пыль, она въелась шершавая. В лак. Нет, на самом деле у Марата мы, естественно, все сделаем, все пошкурим. И я думаю, по цвету будет все ну, достаточно. Ну, посмотрим да. после всего этого. А так, да, больше 5 лет. Женек бы уже сказал 7. У него вот эта планка росла постоянно. 5, 6, 7. Короче, почти 6 лет этот автомобиль стоял брошенным. Посмотрите, в какого красавца он превратился. Жень, давай показывай более подробно, что, как ты сделал. Расскажи стоимость вложений, во сколько это все обошлось. Что ты уже полез под капот? Я просто открыл заранее, чтобы я буду хвастаться. Нет, да? Хочешь залезть туда уже? Нет, я хочу просто рассказать, что почему я в самом начале, когда мы покупали машину, я всегда говорил, что мы взяли дорого, дорого, дорого. Потому что мы подошли сейчас по бюджету практически в рынок. Даже не практически, это рынок уже, понимаешь? Конечно. Но только какой у тебя автомобиль, какие там? Мы не знаем. По низу рынка. Мы не знаем. Согласен. Объективно согласен. Мы не знаем, да. Как бы у каждый... тебя свежие кольца, как минимум, в моторе. Да, как бы в этом есть безусловный плюс. Так, подожди секунду. Капот. Капот был немножко погнут. Было пару горбов. С левой стороны он был чуть больше, с правой стороны. Наоборот, он здесь был чуть-чуть больше. А здесь чуть-чуть меньше было. Но это значение не имеет. Еще раз меня перебьешь? Да. Ты останешься без автомобиля. Следующий кадр. Прости, пожалуйста. Вот в общем, не суть. Серега выстучил, вытянул максимально, почти полностью снял до металла. Только заднюю часть оставил с оригинальным окрасом. Да. Здесь все было вышкурено.
все открашено, все собрано. Петли, все куплено, все новое, все поставлено, оригинальное. Я старался не экономить. Мне там написали про колодки, про задние колодки ручника, что, дескать, Серега сказал, что забраковал, что они не очень по качеству. И у вас все такое, наверное, да? Я скажу так, колодки ручника, да, это та история, которая работает в статике. Вы можете туда поставить, ну, на мой взгляд, зачем лично, да. Зачем ты вообще это говоришь? Ну, перед потому что глупости люди пишут, об этом нельзя не сказать, понимаешь? Да. Что то, где в статике что-то работает, вы можете туда, еще раз говорю, керамический кусок тротуарной плитки какой-нибудь засунуть, и она будет выполнять свою функцию. В принципе, вот так вот вся машина и сделана, да. Керамическая плитка. Сделано все хорошо, вот только зазоры мне не нравятся. Ну, мы это, надеюсь, исправим. А после химчистки, полировки, и, скорее всего, ты же хочешь нанести еще керамику. Да, да, она будет огонь вообще. Все. Да. По тому, что делали, я на самом деле чем хочу похвастать. На мой взгляд, это очень круто. И ну, ты, наверное, ты тоже, наверное, не знаешь. Очень интересно. Очень интересно, потому что даже Макс не знает. Я хотел бы похвастать тем, как Серега, на самом деле, похвалить Серегу очередной раз. Может, не знаю, может... Ты можешь не хвалить Серегу, все знают, Серега... Просто насколько он круто все собрал, что, глядя под капотку, ты, ну, ни один человек вот не мог сказать по каким-то косвенным признакам, что вообще мотор снимался. Понимаешь? То есть все хомутики. То есть это обычная тачка, которая эксплуатируется, у которой все на месте. Такое ощущение, как будто все с завода. У Сереги подход такой. Что бы он ни делал, это он круто. Делает сверхкачественно. Вот любую мелочь. Серега, что бы ни делал, вот он делает для себя стол рабочий, да. И он делает его идеально. Просто круто. Идеально. Что бы ни коснулся, что бы ни делал, этот новый бокс его, это просто шедевр. Ты уже давно опять не был? Вот да. Мы месяц не были, он там все по чуть-чуть делает. Круто, безумно. Просто. Ну, в этом, я говорю, Серега, в этом... ты красавчик. Да, в этом плюс обращаться, на самом деле, к таким людям. Под капотку полностью вымыли, я думаю, там все многие видели, да, в каком она была состоянии. Сейчас Тёма подснимет вам уже более детально. Поехали на мойку паром, все отмыли. Все отложения, которые там скопились годами, вот масло, песок. И сейчас, ну, на мой взгляд, выглядит все охрененно. Я, ну, у меня претензий вообще ни к чему нет. Стоп. Что я хочу сказать? Несколько человек, которые умеют пользоваться номерограммом, сделали вывод гениальный, что эта машина была раньше черной. О чем вы говорите? Она была черная, она крашена целиком. Друзья, очень хорошо, что вы умеете пользоваться разными ресурсами, в том числе номерограммом, там, да чем угодно. Но надо немножко научиться понимать, что вы видите. И когда ты вбиваешь эти номера, там всплывает желтая и черная машина. Но если вы посмотрите глазами, вы поймете, что это две разных машины. Просто человек эти номера со старой своей машины, у него до этого тоже был Hyundai, перевесил со своего старого Hyundai купе на этот. Понимаете? Такое бывает. Номера сохраняют и перевешивают. Даже Женя сейчас их оставил дальше, эти номера. И он сейчас может их сохранить и повесить на что угодно. На Range. На Lanos. И вы скажете, этот Lanos раньше был Genesis'ом. Научитесь хотя бы немножко понимать, что вы видите. Блин, я удивляюсь. А потом уже в комментариях написать свои умные вещи. Это называется логика вот эта. Ну да, она была раньше черной. Да, короче, в любом случае, что еще было сделано? Было заказано очень много всяких сопутствующих запчастей, о которых, в принципе, вы их, наверное, даже не увидите, потому что... Ну, допустим, вот, к примеру, блок стеклоподъемников, да, он не работал, автоматический доводчик. Его пришлось купить, но никто никогда об этом не узнает. Таких трат было очень много. Я бы сказал, вот, ну, вот, в общем, посчитать, да, сходу можно найти примерно 400-500 тысяч рублей. Женек, сколько тебе обошелся ремонт вот всего, что уже сделано? Почти, не считая саму стоимость, ну, автомобиля. Почти 800 тысяч. 800 тысяч? Это, да, это звучит как бред, но... Я говорю, сходу можно найти 400 из них. Просто взять и вот сейчас вот это двигатель, покраска и колеса, и все. Кстати, ты когда сказал видео, что колеса обошли 100 тысяч, многие написали, что это вообще дешево для таких колес. Но диски-то были. Диски это были. Это покраска дисков, которые были, и шины обошли, да. 100 тысяч, а не комплект 100 тысяч. Да. Как бы. Просто многие подумали, что это комплект обошелся. Я объясню. Резина 60. Диски, которые были, по-моему, что-то в районе 20 тысяч обошлись. Именно сами, ну, работа по дискам. А, или чуть больше, что-то такое. Плюс мелочи доставки, недоставки, балансировка, переобувка и так далее. То есть там прям в аккурат сотка вышла. То есть это можно посчитать. А, еще плюс еще были, тоже это, может быть, не учитывали, гайки были куплены черные в цвет. Они тоже стоят, естественно, денег. Поэтому чисто только лапти встали в сотку. Ну, потому что диски у нас действительно были.
как бы, ну, я бы не сказал, что это дешево на самом деле. Нифига себе, дешево. Мне извините, а вы на чем ездите там просто дешево? Я вообще был в шоке. Я думал, сотка это с тормозами, с переборкой, со всеми делами. Женек, по-разному, все люди по-разному. Мы привезли, сейчас не буду называть, какую машину. Мы привезли молодому парню машину из Кореи. Не буду называть, какой автомобиль. Это было мощное купе белого цвета. И когда я ему говорю, обязательно поставь сейчас зимние колеса, уже скользко. А Серега говорит, ну только единственное, они будут стоить дорого. Понимаешь, он, а сколько дорого? Раз, мы говорим, ну минимум 100 тысяч покрышки будут стоить. А, так это ерунда. Поэтому это ерунда для кого-то, действительно. Ну, ничего страшного, такое бывает. Ну, дальше смотрите, что еще, да, там вот, где еще можно деньги искать, которых не видно. Тормоза, тормозные диски, тормоза были куплены в круг новые. Тормозные диски это 20-ка, грубо говоря, переборка, покраска суппортов, это что-то в районе там 20 с чем-то еще тысяч, или даже 30, там я могу, в принципе, поднимать, у меня есть список, я за расходы записываю, и ремкомплект суппортов. Поскольку я все покупал оригинальное, только один ремкомплект на все суппорта стоил 15 тысяч рублей. Ну вот просто как бы. И можно было поставить какой-то хламидиоз, я не хотел бы. Почему? Потому что оригинальные эти тормоза на тормозах, поршень, которые... Тормозные поршни, так тормозные скажи. Поршни, да. И вот я купил не оригинальные резинки, да, на поршень. Ну, сальники там люди поймут, я думаю. Они на 2 миллиметра не оригинальные, меньше, чем оригинальные. Как это? Я их два раза покупал, я понял, что это бессмысленно. В общем, это не колодки ручника. Да, это тормоза, как бы, именно да. Тормоза. Здесь было куплено все в оригинал. Ну и как бы вот, грубо говоря, тормоза там полтаха. В салон сколько ты уже влил? Перетянули руль, перетянули подлокотник, полностью переделал на торпедо и на вставках боковых. Ну, аквапринт, это естественно, да. Но в салон где-то пока, тоже в районе 50 тысяч было потрачено, на самом деле. Руль перетянуть 10-ка. Вот кто скажет, что это дорого, но там хорошая натуральная кожа, да. Аквапринт в районе, по-моему, 17 или 18 тысяч обошелся. Значит, ну, вот эти блочки там, какие-то мелкие кнопки, которые, в игре вы их не увидите, но они куплены, поставлены. Это тоже деньги. То есть, ну, примерно, говорю, там около 50 тысяч... С какой-то работой, с расходниками, со всеми делами, то есть вот как есть. То есть на данный момент вложения в этот автомобиль практически вдвое превысили стоимость покупки этого автомобиля. Не практически, а превысили. В том состоянии, когда он покупался, и на данный момент сколько вложено, это в два раза больше, чем она стоила. Это при всем при том, что мы что-то делали по рынку, как бы покупали там и так далее, и при всем при этом еще Серега по-братски собрал там двигатель и взял очень недорого. То есть когда... Вся эта история начиналась, я говорю, что нужно очень внимательно относиться к тому, когда вы вот имеете желание купить хороший автомобиль в таком состоянии, и вы думаете, что у вас все закончится только тем, что я поставлю двигатель и поеду. Нет, это все шляпа. Я рассчитывал, помнишь, сколько я сказал, сколько я хочу вложить? 600. Уже 800 почти лежит. И сюда еще сейчас пойдет керамика, сюда... Ну нет, это уже... Это уже излишество, которое ты не, хочешь. Ну как излишество? Понимаешь? Ну хорошо. Подожди. Вот сколько машин едет, ты думаешь, не все в керамике у нас там подожди, едет? Нет, хорошо, ладно. Ты лучше фары купил. Не все. Кстати, за фары, за ремонт я отдал 25 тысяч рублей. И я сейчас ловлю себя на мысли, что можно было все-таки, купить наверное, фары. Потратить 50, пускай, тысяч, да, там, рублей. А я тебе не это сказал тогда? Ну, да. Да. Короче, я к чему говорю, что ты говоришь там, ну, керамика, ладно, черт с ним. Но вот это все отполировать, убрать. Это все тоже. Можно только профессионалам. Ладно, давай, покажи полностью автомобиль, все, можно заканчивать. А что смотреть? Этот, еще очень много там вещей, говорю, вот бесключевой доступ, он не работал. Пришлось все сделать. Это, естественно, еще не конец по машине. Блин, ну ты не открыл. Как это не открыл? Я только что открыл. Нет, так открыто, Макс, ты чего? Вот теперь открыто. Она, этот, я только помыл, подзамерзла, наверное. Там же тросик. Сейчас будет опять сделано, можно сказать, большое ТО, замена всех жидкостей. Сколько ты проехал уже? Я проехал чуть больше 1000 километров, 1200, по-моему. Сейчас лежит защита. Купленные, я не знаю, стоит вообще людей шокировать прокладками. Вот просто. Я могу, кстати, показать, если нужно. Покажи, конечно. Я вам сейчас покажу то, что стоит в России 11 тысяч рублей. Я не знаю, кто придумал цену, но я знаю, что эта штука стоит $20, 25. Вот такая вот прокладочка стоит в России 11 тысяч рублей. Я заказал прокладку в Корее за $25 одна. Когда я увидел, что доставка стоит $50,
Я подумал, что, наверное, куплю 4. И купил 4 прокладки. Зачем, не знаю, буду торговать ими, да? Нет, отбивать доставку. Я с кем-нибудь готов поделиться на самом деле за себестоимость. Можно я возьму одну? Ну, за себестоимость, я сказал. А, ну ладно. За 3000 рублей. За халяву взял, за нет. Вот. Вот эта прокладка, ее просто не было. Я ее ждал почти месяц, ее закупали. А пришла за 12 дней, по-моему. То есть оттуда и скорее именно напрямую. Поэтому... Это вот, глушители? Да, это прокладка глушителя, которой нигде нет. А и все говорят, что она есть, но ее нет. Но она одна и... В базе одна числится, и все, кто смотрит по запчастям, ее видят, но купить не могут. Ее не могут. Такое да, бывает. Купить не могут. Поэтому я говорю, вот этих вот моментов, это вроде бы мелочи, казалось бы, но из этих мелочей складывается весь Genesis. Плюс, наверное, в том, что у этой машины какие-то запчасти, они очень дешевые. Ну, там, по двигателю, по ходовке, да. Что-то по ходовке очень дорогое. Но минус один у нее огромный, это кузовня. Нет ни черта вообще. Вот. Редкий автомобиль. Лучше не попадать в ДТП на таком автомобиле, вот я вам честно скажу. Ну, по подкапотке, как бы Макс знает, я такой, можно сказать, задрот в каком-то смысле этого слова. Вы знаете, я тоже в своем роде задрот. Я докупил вот эти вот крышечки. Ну, это уже кто смотрел видос, тот видел. Это знает. В логе было. Все да. Мелочи, все прямо ты. Чтобы все я было. Я не буду прям, сейчас, чтобы да, не сломать, не дай бог. Чтобы все было будет. Вот как по заводу, чтобы было все как надо. А фары сэкономил. Ну, блин, знаешь, когда ты тратишь там 2000 рублей. Я троллю тебя, извини. Да. Извини, но на барах ты сэкономил. Я пытаюсь оправдаться. Короче, все помыли, почистили. Сейчас говорю, все просто идеально. Масло, расхода никакого нет. Ну, 1000 мало еще ты проехал. 1200. На самом деле, Серега сказал так, что расход мог бы быть сразу бы. Потому что пока там кольца притрутся туда-сюда. Но я смотрю, за 1000 с чем-то там, 1200, масло ни граммочки вообще не ушло. То есть я считаю, что это такое своего рода достижение. Ладно, Женек, понятно, пластиком ты можешь хвастаться здесь долго. А, нельзя хлопать, да? Ты доволен, тебе нравится, ты счастлив. Да, но я пока не понял кайфа этой машины, потому что зима и задний привод. Недостаточно мощная. Она прям, ну ты просто все время едешь боком. А ты еще, наверное, газу даешь, она тебе начинает душить, чтобы ты не мог ехать, еле-еле крутит колеса. Ой, это так раздражает. Да. Но в целом я могу сказать... Все системы безопасности срабатывают, чтобы ты не друковал жопой, тут влево-вправо не мотало тебя. Да, и что еще хотел бы сказать, вот многие там... жалуются там на задний привод туда-сюда. Я могу сказать, что она себя ведет зимой, вот, ну, ничуть не хуже другой заднеприводной машины. Но мне, знаешь, вот кажется, что хорошая резина и блокировка. Угу. Они прям будут решать. Потому что хорошая резина есть, нужна блокировка. Вот. Где ключи от нее? Нет. Где ключи? Внутри? Давай. Нет. Давай. Так она заводи, ты так заведешь. Да? Нет, дай ключи. А что ты хочешь? Ничего, просто хочу Макс, погреться. Макс, не надо. Давай. Иди снеговика пока катай. О, ты посмотри. Да. А ты ее не показывал? Посмотри, ты мне еще это не показывал. А что, под стиль BMW прям какой-то здесь. А я какой был? Прям вообще. Я хотел перевести. То есть ты с BMW на Hyundai пересел, а здесь тебя не отпускают. Можно человека увезти от BMW, да? Но BMW с человека не увезешь. Ладно, Женечек. Спасибо тебе за все. Да, давай. Помнишь, мы договаривались с тобой, если плохо сделаешь, я забираю себе ее. Естественно, конечно. Тёмыч, поехали. Друзья, более подробно мы покатаемся уже после того, как его помоем и все покажем. Но сейчас он так его нахвалил, что прям захотелось мне немножко. Для машины, которая 10 лет, он выглядит просто супер. И реально очень интересная машина. Единственное место сзади, на заднем диване, нет, совсем нет. Для 1,60 м, 1,50 м. Ну, ростом я имею в виду людей. Стабилизации все срабатывают, я даже не буду их снимать. Посмотри на его лицо, ему плохо. Все нормально? А? А, все. Он старается не смотреть. Да нет, я не буду ничего делать. Стабилизация мигает постоянно, можно, конечно, ее отключить. Вот, стабилизация. Убираем ее. Тихо-тихо, я не буду сильно, но он уже напрягается. Он меня убьет сейчас. Жень, ты стабилизацию полностью не отключил. Она сломалась, по-моему. Да я знаю. Надо, знаешь, как сделать? Смотри. Стой. Да я не хочу, Жень. Да я даже не хочу. Да попробуй чуть-чуть, реально. Тебе правда не жалко?
Ну ты же не сильно газу, да. Больше 5000 не давай. Вот к той машине не подъезжает, вот той? Да. Больше 5000. О, он даже не едет, все. Он даже тронуться не может. Во. О, конечно, так даже ехать не сможешь. Первое, я не умею. Второе, это не моя машина. Третье, мне просто жалко, даже если это не моя машина. Но мне жалко ее, походу, больше, чем тебе. Да, ну, блин, Макс, я же не могу тебе отказать. А, ну, Женек, просто прокатись аккуратно, не надо ничего исполнять. А я не собирался. Типа на столб, на сугроб, вот это не надо. Не буду. Блин, она кайфовая. Ну тихо. Да не сыпь, Камри не господи. Подъезжай, к моей Камри не подъезжай, остальное пофиг, все. По-моему, ты их оторвал. Свои дешевые колодки ручника ты оторвал. Да, это тебе не Жига. Да. На Жиге было бы круче. Все, хватит. Я верю, все, хватит. 1200 после капиталки. Ну, хотя ты сейчас не превышал 4000 оборотов. Нет, конечно, я же не газую. Зачем? Она же даже будешь газовать, она все равно не вот поедет. Так вот паркинг поставь, выйди за руля. И иди скажи, извини, пожалуйста, меня, Hyundai Genesis. За то, что я такой глупый, так с тобой поступаю. И ты знаешь, я тебе скажу такую вещь. Мне почему-то кажется... А где гребень-то? А он покрашен, все. Да? Да. Мне почему-то кажется, что у нее все-таки есть блокировка. Я не знаю, но она как-то едет не так, скажем так, плохо, как об этом говорят. Либо резина реально решает, либо блокировка стоит, а мы просто не в курсе. Все, хватит. Тёмыч, главное тобой слово. За тобой слово. Если тебе нравится, то на этом мы заканчиваем. Если не нравится, дальше катаемся. Да, вот. Это классно. Красивая? Даже вот с этими маленькими косячками она потрясающая. И еще, знаешь, я тебе скажу одну вещь. Пока ты не увидишь сверху машину и не поставишь что-то рядом для сравнения. Размеры не понимаешь. Да. Ты в окно смотришь и офигеваешь, да, что она вот такая широкая. Она широкая, и она кажется, вот она маленькая. Но при этом при всем стоит, допустим, там Ford, не знаю, Focus какой-то там, ну не знаю, Sonata даже та же. Она выглядит здоровой. Она как блинчик такой, знаешь, сверху. Вот знаешь, как будто была такая, знаешь... Раздавили, вот, да? Да, как будто ее приплюснули так немного. Поэтому я говорю, я почему-то удивлен. Я думал, она прям совсем крохотуля. Нет, это кажется. Следующий этап. Ставим защиту. Точнее, сначала меняем жидкости, ставим защиту. Да. Пытаемся выставить зазоры, как нам нужно. Ну и увидимся в следующей серии. Где мы уже на ней покатаемся, поднимем более подробно. Женя свой список достанет, расскажет всю вкладку в этот автомобиль. Возможно, съездим, замерим лошадиные силы. Вот я бы очень хотел, поэтому задние покрышки, которые у Сереги бэушные, мои старые, я бы, наверное, пока не выбрасывал, потому что на этих жалко будет просто, ну, шипы повылетают. Но я бы съездил обязательно. Угу. Знаешь почему? У нас в клубе, я же могу сказать теперь у нас, да, я же часть клуба, как-никак. Почему шапка не Genesis? Самая плохая его часть. Значит, в клубе ребята меряют стандартную прошивку, американскую, которую заливают в Genesis, с пробегами там 150 по 200 тысяч, я сейчас не шучу, она выдает свои 275 честных лошадей на колени. Это не, ну, они скидывают графики, видосы, и с учетом того, что я сделал чип-тюнинг, и я хочу получить, во-первых, прирост, а во-вторых, хочу понять, реально ли что-то есть, то желание просто непреодолимое заехать на Dynastand и посмотреть, сколько она реально дает. В общем, поставьте отдельный лайк этому прекрасному человеку, да. Моему другу, моему пухлому другу. Как там тебя еще называют? Ты так хорошо начал сейчас. Жемчужине нашего канала. Да. По крайней мере, в этих сериях. И вообще хорошему человеку. Перекупу, как там его называли. Толстый перекуп. Мерзкий перекуп. И все прочее. Хороший парень, это правда. Подписывайтесь на канал, еще не подписанный. Также в ВК к нам, в телегу, на все наши соцсети. Ссылочки будут внизу. Всем вам удачи и всем пока. Да! И сказать нечего, да? А что здесь скажешь? Здесь все так же сказано. Все сказала за меня тачка. Вернее, деньги, которые я сюда потратил.